Итак, здравствуйте, с вами снова BMW89 и четвертая миссия компании Zen Medicine. Сегодня наша задача будет ночной вылет и захват одного из лидеров CLA. Вернее, захватывать будет спецназ в БТРах, а наша задача прикрыть, собственно, эти БТР и зачистить зону. Так что, тут, как обычно, много букв на английском. Вот частоты. Надо, кстати, запомнить 144 и 33. Ну да ладно, поехали. Так, сразу введем числа 144 и 33. Warning, autopilot. С автопилотом когда-нибудь убьюсь об землю. Ну ладно, давайте дальше лететь по маршруту. Командование Тодж, вхожу в зону боевых действий. Вот принял. Оставайтесь на юге от зоны и сканируй зону. Аксман, ну, цель указатель, пад. Скоро будет зона. Альфа, ну, группу Альфа выдвинул в зону, оставайся высоко, ожидайте приказа. Альфа прибудет через 7 минут. Оставайся на месте, ожидай Аксмана. Пана авианаводчик, пока он доложит. Окей, приказ понятен. Да, это засада, враги с РПГ возле мечети. Оверлорд, это Додж, Альфа под атакой, прошу разрешения на атаку. Додж, никак нет. Слишком опасен риск ПЗРК. Оставайтесь на месте. Окей. Вон там наши уже горят вовсю. Давайте пока что ли хоть марпоинт поставлю там. Видите, перестреливаются. Маркпоинт хлоп. И снова, наверное, забираюсь. Черт. Альфа, все умерли от удара CLA. Лорд, Додж, Альфа попали прямо в засаду. Все три APC на БТР уничтожены. Больше принял. Ожидайте приказов. Три БТР зажарилось, это как бы нормально. Давай ждем, чё. Додж, Оверлорд, Аксиман на месте. Ожидайте разведку на вражеской ПЗРК. Аксман доложил о двух ПЗРК, один на северо-западном углу комплекса, второй на 300 футов южнее, на запад от минарета, как приняли. Прилет принял, два ПЗРК в зоне. Давайте искать, что. УЗИ и Браво ждут его сигнала продолжать. Враги скрылись из здания. Займет 4 минуты достигнуть цели у второй группы. УЗИ будет через 2. УЗИ — это группа вертолетов.
так, в общем. Что, уничтожить ПЗРК, выкурить у врагов из их укрытий, которые с РПГ, и потом вызвать вторую группу. Сначала займусь поиском ПЗРК, где они находятся там. Такс. Это ПЗРК, нет, какой-то идиот с АК-47. 74, вернее. Ики еще нет. Ты что говорили на северо-западном углу комплекса? Север у нас прямо, запад налево. Значит, на северо-запад. Вот северо-западный угол, то где-то тут. А, кстати, вот студент стоит с ПЗРК. Никуда не уходите, сейчас понравится. Ставлю спину на него. Заодно маркпоинт воткну. CCRP. Выбираю ГБУ-12. Сейчас отхожу от цели. На почтительное расстояние. ГБУ-12 должно хватить. Это, считайте, целых 500 фунтов любви с лазерным наведением. Как говорится, адресат точно свою любовь по адресу получил. Так, маркпоинт я, кстати, поставил, поищу пока другого пузыркашника. А тут говорили на юг, на юго-запад или на юг, блин, от минарета. Минарет — это типа шпиль. Вот, кстати, шпиль стоит. Значит, ищем на юг, 300 футов. Что-то на юг нифига нету. Я смотрю, юг — это вот от этого шпиля, это вот сюда. Больше вроде шпилей никаких нету. Чувак с РПГ стоит. Он сказал на юго-запад, блин. Еще и закрылось все. Ладно, сейчас того ПЗРКшника накрою, а потом дальше искать буду. Сейчас я уже забрался, блин, на 18 тысяч футов, это на 6 километров высоту. Спокойно, хватит пищить. Так, чайный хэт назад, чтобы врага обнаружить. Разворачиваюсь. Спокойно так подлетаем к цели. Все равно на такой высоте они до меня дострелить не должны. Я надеюсь. 6 секунд до сброса. Лазер включил. 5 секунд до сброса. Зажимаю сброс. Чпоньк. Бомба ушел. Включу автопилот. 20 секунд до попадания. 19. Раз, два, три. Ёлочка, гори. Упс. Так как СМУ докладывает ПЗРК 130 футов западнее минарета. А, вот оно что. 130 футов на запад от минарета. Такс. 130 футов на запад от минарета. А почему я тогда на юг искал? Такс. Спокойно, никуда не торопимся. Никто не уйдет обиженным. Вот кто-то стоит тут. Чувак с Калашниковым. Запад у нас. Запад у нас это назад. Вот это же минарет или что это вообще? А-а-а. Вот так стоять. Ого. Ага. Так. Чувак, что-то явно нехорошее задумал, блин. Что-то на меня развернулся.
конечно, TGP, какое хорошее разрешение, блин. Вот прям видно, он как на таком расстоянии, на такой высоте я сейчас. И он видно, как на ладони. А я, чувак, у меня для тебя тоже гостиницы есть. Я себя прям как Санта-Клаусом чувствую. Хоу-хоу-хоу, кто себя вел плохо в этом году? Принимай подарок. В качестве подарка у меня для вас 500-фунтовая бомба. Разворачиваюсь для подарка метания. И куда ты подевался, окаянный? А вот он, за кустиком. Сразу маркпоинт туда. Если бы я это, блин, заранее сделал, кучу бы времени себе сэкономил, блин. Так, сейчас сразу... Вот, маркпоинт С. Даже вот если TGP куда-нибудь уедет так вот. Вот часто геймброл бывает. Типа он уехал. Нажимаю чайный ход назад и оп. Снова клиент, которому подарок нужно доставить. Ну, смотрите, снова за кустиком прячется. Вот думаю, что за кустиком его не видно теперь. Как же. Тыкс. Лазер включил. Блин, отклонился от курса. Нажимаю сброс. Кривовато немного, но не зря же бомба с наведением. Подарок найдет своего получателя. Три, два, один. Бац. Акм докладывает, что ПЗРК больше нет, зона чиста. Чистая, как я говорил в прошлой миссии. Если зона чистая, так можно вертолет вызвать. Посылайте УЗИ. Смотрю пока врагов, окопавшихся еще. Сапога. В принципе, для окопавшихся врагов с РПГ есть и бомбы, есть и пушка, чего только нету. В принципе, можно с такой высоты спуститься, раз ПЗРК больше мне не грозит. Только он вроде говорил, что враги типа окопались, а как я узнаю, где они, а там окопанные, в каком месте? Только одного чувака с калашником увидел. Pull up. Pull up. Конечно, жестоко было, блин, по отношению к тому пехотинцу. Ну а кому сейчас легко? Вот, умер от чего-то. Это чувак, я сейчас РПГ видел. Он стоит один. Какой-то хрен еще. Это тоже маркпоинт воткнул сразу туда. Геймпрол опять. На это сбрасываем. И снова наводим. И пикируем.
А, ну конечно, в пикирование зашел. Лучше очки надену. Что-то, блин, надо было сразу это сделать. То в гору не разгляжу и воткнусь в нее. Тут пока, блин, долетишь, и все вкусно и закончится. Спрос. Бац. Что-то еще может угрозу представлять. Speedbrake, speedbrake. Чего? А, у меня же воздушный тормоз выпущен. Так я сколько, блин, с ним летаю? Ну давай что ли вызывать тогда, блин, ПТР. Я даже не знаю, что еще можно атаковать тут. Грузовики двигаются на северо-восток от мечети. Да погоди, я тут разворачиваюсь, у меня скорости нету, ничего нету. Сейчас посмотрим, кто там у вас двигается. Кто двигается, тот перестанет двигаться. Если, конечно, при этом сейчас не воткнусь, блин, в гору. А кто тут, где у вас движущийся? Так, только в горизонт вот зайду. Где северо-восток? Где кто движется тут? Так, эти уже не движутся. Где у нас тут северо-восток? Восток дело тонкое. Вот мечеть. Северо-восток, это вот сюда. Но тут никого нету. Никаких грузовиков. Гора трупов. Ага. Маркпоинт. Warning, autopilot. Гора. Экс очки. Ничего не видно. Беру очки. Так, прибудь на место, но не атакуй. А чё, как же грузовики? Чё, уже их не надо? То прибудь, то не прибудь, блин. О, пушкой запалю немного. Pull up, pull up. Бляу. Pull up, pull up. И увожу. Там войнушка вовсю идет. Это мой снаряд рикошетит, блин. Вот что-то повзрывалось-то, как все хорошо.
Ничего. Никто не остался, никто не выжил. Ну и ладно. Warning, autopilot. Силы захватили контроль над целью. Хорошая работа, можете возвращаться. Если хорошая работа, так я вернусь. Что мне тут больше делать-то? И так он уже топливо сжег. У меня полная, блин, заправка была. Осталось всего 6-7 тысяч фунтов примерно на топливо. Красиво, конечно, все-таки ночью это выглядит. Все эти огни, звезды зеленые. Если очки выключить, тоже неплохо. Лепота. Так, вот посадка. Система ЛС снова какую-то хрень мне показывает. А почему ты хочешь, чтобы я вправо летел, блин? Я ж прямо лечу на пол, вот, нафига мне вправо? Очки, кстати, уже снять надо бы. Куча лампочек. Точно, походу, блин, Новый год. Это Санта-Клаус, прошу разрешения на посадку. Обожаю, на самом деле, ночные посадки. Дневные-то это так. Уже рутина. Ночные, они, во-первых, красивые, ну и посложнее немного. Если бы, конечно, еще полосы бы подсветили мне, так а что бы замечательно было. О, спасибо. Altitude. Давай, так я же снижаюсь немного. Надо поправить чуть-чуть. Так, нормально. Вот что это сейчас было, интересно. Я чё, пилота сознание, блин, от радости потерял или чё? Ах, бред. Ладно, хорошая работа, что уничтожили важную базу CLA. К сожалению, вражеский лидер, что не был ни убит, ни захвачен. Вражеский лидер не найден. В зоне действия, но среди зданий и не поблизости уничтожен грузовиков. Возможно, что его предупредили об атаке, и он сбежал заранее. Ну, хорошо. Всем спасибо, всем до свидания.